Приветствую всех, с вами Александр, я в баре. В бар я пришел за ключом от лаборатории X14. Так, документы, которые я нашел, он разве их не забрал? Да не вопрос, забирай. Вот мы и снова встретились, полковник. Да, наш герой заработал себе репутацию долго. Так вот, запросто пойти на кровососов охотиться в одиночку. Что, действительно так уж стал известен? Ишь ты, хоть бы в шкафу каком теперь-нибудь спрятаться. Да не стесняйся, к славе со временем привыкаешь. В общем, Дима нам поведал об этом твоем уговоре. Ты хорошо сработал, Мечин. Черт возьми, может и лучше моих самых лучших ребят. Сейчас экологи отфильтровывают смертоносные газы из нашей базы на заводе. Печально, что эти проклятые кровососы погубили так много народу. Прежде чем давать тебе ключ к лаборатории под Ростоком, я должен тебя предупредить. В ней что-то вроде короля кровососов. Вот почему мы ее изначально отпечатали, там целое гнездо. Будь оно неладно, если ты на самом деле туда спустишься, затолкай это уродище в самый ад. Так вот, возьми ключ, он в твоем распоряжении, сталкер. Я, наверное, вывел его из себя, когда поубивал его детей. Можно бы и завершить начатое. Король кровососов, это что-то новое, да? Поубивал его детей, завершить начатое. Как бы то ни было, теперь у нас есть ключ, и мы можем спокойно отправляться в лабораторию X14 по нашему основному заданию. Пробежал я ползоны, опять вернулся на территорию завода Росток и стою непосредственно перед входом в лабораторию X14. Тяжело, неохотно поддаются ворота, да? Давайте смотреть, что в этой лаборатории и где эти документы. Убить кровососов появляется задание. Но кроме кровососов здесь есть крысы. Кровососы тоже деревянные, такие же, как были военные и бандиты. Похоже, какой-то скрипт не срабатывает. Хорошо спрятался, но недостаточно. Даже не в голову попало, в плечо. Все равно упал. Так, а здесь что-то интересное. Ученый. Код от секретной двери 4526. Ну и за аптечку спасибо, конечно. Всегда пригодится. Продвигаемся вглубь. И что здесь? Здесь ничего. Первые клины. Сорок пять, 26. Готово. Лихо. Жду взрыва. Взрыва не последовало. Хорошо, еще одна дверь. Не поддается, заблокировано. 4526. Нет, не работает. А хотя нет, почему не работает? Смотрите. Стена из ящиков. Да, надо посмотреть, что здесь. Здесь пульт управления. За ящиками пусто. Какая-то дверь очередная. Полчище крыс. Все. Все. Все, я пошел. Я иду в бар и больше сюда не вернусь. Нет. Нет, нужно идти вперед. Вернись. Вернись, да? Я все прощу.
Кто здесь? Люк. Люк не поддается. Еще один деревянный кровосос, и видим документы. Взять документы и отнести их в Велесу. Хорошо, с этим справились. КПК. КПК, интересно, это для кого? ПДА ученых. На ученых у нас не было никаких заданий. Ладно. Посмотрим, это может быть какая-нибудь другая ветка квеста, и мы еще встретим ученых. Да, мы забрали документы, но не выполнили задание Петренко по зачистке лаборатории. Здесь должен быть король кровососов. Давайте попробуем его отыскать. Так, это выход. Все же, где он? Тайник у нас здесь есть. Вот. Против вируса X. Хорошо. И элитный детектор аномалий. Это вообще замечательно. Водичка и аптечка. Это вообще хорошо. Так, дверь, за которой мы не были. Здесь... Все. Убить кровососов в лаборатории. Это был король кровососов. Ну, скажу так себе, король, королек такой. Легко это было. Может, конечно, я не нашел короля. Слишком это просто. В любом случае, задание засчиталось, и я думаю, по этому поводу стоит поговорить с Петренко. Он давал задание на него. Но сейчас мы идем не к Петренко, а идем в темную лощину, к Велесу, отдавать документы. Приветствую тебя, Велес. Приветствую. Нашел секретные документы? Да, дорожка выдалась еще та. Нашел я их. Сталкер, ты понятия не имеешь, что это значит для нас. Ты дал нам надежду, которую не купить ни за какие деньги. Надеюсь, это как-то вам поможет. Ну, теперь мы знаем больше прежнего о тех экспериментах, которые над нами проводили. В обмен на твою помощь я дам тебе кое-какую информацию, известную очень немногим. В мертвом городе и в Припяти есть секретные торговцы. У них есть такое оборудование, о котором большинство сталкеров может только мечтать. Я им скажу о тебе, если они там, то ты получишь сообщение на КПК с их координатами. По этим координатам ты их можешь найти какое-то время. Эти торговцы наделены странными способностями, схожими с тем, которым наделен человек-легенда. Я не смогу сказать, что делают их такими, с этим нам нужно еще разобраться самим. Спасибо тебе, я действительно благодарен. Человек-легенда, какие-то торговцы, пока загадка. И загадка, что это за КПК ученых. Давайте посмотрим дальше, что будет. И единственное активное задание, которое у нас есть, выбраться из шахты. Да, выбрался я из шахты. Сидрич присылает задание, что нужно встретиться с Сахаровым. Выбираться в темную долину. То есть опять через всю локацию топать в темную долину. Хорошо, что не на кордон. Отлично, да и отправимся. В темной долине появляется задание поговорить с учеными. А ученые эти где находятся? Так, ученые,
Ученые. Погоди, не перебивай. Ученые у нас находятся, как я понимаю. Озеро Янтарь. Да, на Янтаре. Хорошо, придется нам идти к Сахарову на Янтарь, но перед этим, я думаю, есть смысл заглянуть в бар. К полковнику Петренко по заданию убить короля кровососов. Почему не заглянуть? Тем более, бар как раз находится по пути. Хорошо, там я и продолжу. Полковник Петренко. Насчет короля кровососов. Да. Может, назовем его Дракулой? Или как-нибудь в этом духе? Тишина. Интересно, а что он так на меня смотрит? И что это, собственно, было такое? Все. То, возможно, я где-то что-то пропустил. Ладно, как бы то ни было, отправляемся на Янтарь. Локация Янтарь абсолютно новая для нас. Мы здесь не были еще ни разу. Так, как бы своего не зацепить. Он уже пополз умирать. Держи аптечку, не вопрос. Эти уже скопытились. Хоть дроби денег поднять. Перемотай себя. Локация Янтарь. Такая же большая, как и пустая. Почему я говорю, что пустая, но... По-моему, я буду... По-моему, это будет очевидно, да? Смотрите, какие огромные локации, да? И на них почти нет персонажей. То есть нельзя прийти, допустим, в те же вон, там, какие-то строения с правой стороны. Нельзя прийти туда и взять какой-нибудь квест, за который получишь какую-нибудь пушку, я не знаю, броню. Может, конечно, я что-то пропускаю, повторюсь еще раз. Но локации настолько огромные, промежутки между ними, расстояние там, вот добежать, я бегал в лабораторию X14 за ключом, и там мне пришлось возвращаться в бар. Да, и бежишь по этой локации. Попасись энергетиком и беги. Ну, замечу, продаются транспортные средства, но там самое дешевое, это 150 тысяч. Можно, конечно, походить, поискать по этим локациям артефактов, там этих дешевых, малоэффективных, продать, купить эту Ниву там или Ладу, да, и гонять по этим локациям, пустым опять-таки, но смысл? Они создали картинку, огромные локации, но забыли населить их живыми тварями, скажем так. Так, подбираемся к лагерю ученых. Ученых охраняют вояки. Я думаю, не стоит лезть на рожон. This area is off limits. If you want to get in, you need to convince me first. Если ты хочешь пройти внутрь, поговори сначала со мной. Хорошо, давай поговорим, пообщаемся. Какие у тебя здесь дела, сталкер? Мне нужно поговорить с учеными. Так, ну, веди себя нормально, как профессионал, и все будет хорошо. Хорошо, военный. Не зря я вас не отстреливал под мостом на кордоне. Если б стрелял, наверное, бы вы напали на меня. Рядовой, я уже разговаривал. Кстати, смотрите, Нива с левой стороны.
то самое транспортное средство за 150 или 200 тысяч рублей, которое, возможно, пригодится. Старый добрый бункер. И первым делом в холодильнике. А нет, в холодильнике ничего нет. Здесь кто-нибудь отдыхает? Смотрит телевизор? Нет. Сахаров. Так, Сидорович послал меня. Какая-то работа. Хорошо, это, конечно, можно все перевести со словариком, но я не буду это делать. Ему нужен какой-то пакет. Package. И этот пакет находится в Dead City, в мертвом городе. Идти, направиться в мертвый город и принести пакет. Хорошо, что у вас по торговле, товарищ Сахаров? Мертвый город, взять лучше с собой дробби. Энергетика чуть-чуть, если что, остальное докуплю. Потому что нам сюда предстоит все равно вернуться с этой самой посылкой. В любом случае направляемся в мертвый город. И заодно еще раз посмотрим локацию. Огромную локацию, может быть, встретим кого-нибудь живого и что-нибудь интересное. Доселе неизведанное. Нет, размеры локации, я ничего не говорю. Размер локации впечатляет. Также впечатляет внешне, это выглядит все отлично, если тем более играть на полной динамике. Я вот записываю, это не полная динамика. У меня просто Shadowplay не позволяет этого делать. Почему-то он не захватывает полную динамику. На полной динамике все замечательно здесь выглядит. Локации просто огромные. Опять-таки, отличный задел для будущих мододелов, да? Представляете, сколько можно здесь нахватать кусков интересных, кусков интересной территории. То есть, как бы все это заново построено, переработано. Вот смотрите, я вот даже не буду заходить в этот домик, потому что я знаю, что там ничего нету. Почему я знаю, что там ничего нет? Ну, я по большому счету уверен. Сейчас смотрим, кто-то появился. Кто это? Это долг. К одному подойдем, ничего. Ко второму, ничего. Задаемся вопросом, до какого черта здесь долг вообще делает? Шел бы на территорию отстреливать мутантов, да? Скажем так, для атмосферы. Но нет, долг просто стоит в домике. Долг ни с кем не воюет, и ничего здесь не происходит. А сейчас мы направляемся в мертвый город за посылкой для Сахарова. Это здесь рядом находится, если я не ошибаюсь. А нет, ребята, это переход на следующую локацию. Но в мертвый город, получается, мы пойдем в следующей серии. А с вами был Александр. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.